По словам министра строительства, архитектуры и дорожного хозяйства Краснодарского края Валерия Жукова, первый этап реконструкции стадиона «Фишт» уже завершен. Рабочие полностью демонтировали крышу и технические ангары. Стоимость работ составила 700 миллионов рублей. Сейчас идет обустройство основания футбольного поля и монтаж конструкции для дополнительных трибун. После завершения реконструкции вместимость стадиона составит 40 тысяч зрителей. Журналисты также встретились с главой города, говорили и об олимпийском наследии, и о предстоящем мундиале. Мы сделаем все в городе для того, чтобы те игры, которые будут проходить в нашем городе, были самыми незабываемыми, самыми гостеприимными, именно потому что у нас есть такой опыт. Сегодня журналисты уже осматривают спортивные объекты в Ростове-на-Дону. А в сентябре Сочи посетит комиссия Международной федерации футбольных ассоциаций. Спортивные чиновники проведут плановую проверку спортивных объектов, которые будут задействованы в период проведения чемпионата мира.